перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Давай еще раз Волгоград. Йоу-йоу. Когда все-таки Ташкент? Сложно все с Ташкентом, но я надеюсь, что он обязательно будет. Самара, Ульяновск, Тольятти, йоу. У нас тоже дождь, но ничего. Даже после самого сильного дождя всегда светит солнце. Помните об этом. Блять, что? Украина порадует тебя телом. Это пиздец. Это жестко. Любим Ригу, очень любим Ригу. Я понял, ребят, ну спрашивайте что-нибудь прикольное. Может, какие-то неотвеченные вопросы у вас остались. Давай запишем фит. Ты научишь всему и будешь самым пиздатым парнем. Я не успел прочитать. Угу. Йоу. Ты где? Я что, пропал? Сохрани эфир. Будет ли в Риге мерч? Я думаю, что да, точно будет мерч. Скоро об этом объявим. Как минимум диски, клевые плакаты. Скажем так, мерч сам по себе в процессе. Прическа дерзкая. Да, у меня дерзкий этот барбер. Конор или Хабиб? Сложный вопрос. Сложный вопрос. Будем смотреть. Будем болеть за крутой бой. Уже 6 октября. Грозный с тобой, йоу. Передаю привет Пензе. С вокалом продолжаю. Активно репетирую. Тренюсь. Потихонечку идет. Я в машине, да. Интервью Дудя, ну, конечно, далось непросто. Представьте, что вы пропадаете вообще на 3 года. Вообще не то, что там с публичными людьми или где-то на камеру, а вообще с людьми не общаетесь. И тут такая движуха, ты приходишь на нервах, камеры, серьезные и неудобные вопросы, конечно, сложно. Так, ребят, по концертам могу сказать, что только... Держим кулаки и дай бог будем в каждом городе, который вы написали, обязательно. А, нет, с рэперами новой школы для фитов не связывался. Новые клипы и треки в ближайшем обозримом будущем, можете быть в этом уверены. Фитов пока не планирую, но если... Люди будут предлагать, я с удовольствием буду слушать, и может найдется что-то клевое, и заскочу на битос. Так. Буду ли я стримить чаще? Ну, чуваки, я не стример, я так, начинающий, скажем так. Батлов, если позовут. Да зовут на батлы? Не планирую пока что. Альбом «Вышка», спасибо. Альбом «Вне времени», кто еще не слушал, вперед. Там есть что послушать. Холод до сих пор в плеере, я понял. Клево. Когда свадьба с девушкой? Хороший вопрос. Я работаю над этим тоже, обязательно. Будут ли еще песни о насущих вещах? Что ты имеешь в виду, бро? Ты из тех, кто любит смысл?
Спасибо всем, кто пишет приятные слова. Клево. Сегодня прям все такие вежливые. Здравствуйте, здравствуйте. Досчитай до 10 в плеере. Круто. У тебя топ-песни. Спасибо. Ответь. Я отвечаю. Михаил Ушаков. За что ответить? С ресторатором иногда перекидываемся парой фраз. По чуть-чуть общаемся, так сказать. Джонни Б-Б-Б-Бой. Yeah. Ужасно хочешь на концерт. Так приходи. Приезжай, прилетай. Что я думаю о своей песне «Чужеземец»? Ну, это такой... Это было в свое время, я считаю, нормальным разъебом. Очень крутой бит. Я, наверное, переборщил там с криками, но в целом, как бы, да, это клево. Будут ли песни наподобие «Чужеземца»? Ну, обязательно будет злой бэтл-рэпчик. Куда же без него? Я живу в городе Рига, в столице мира. Что за ситуация с самолетом в треке «Напоминай мне»? Слушайте, ну, это такая чисто true story. Мы как раз приземлялись, когда вот перед тем, как снимали клипы ВВВ, интро, мы приземлялись в Ригу. И так получилось, что в один момент какой-то полный пиздец произошел. Там мы практически приземлились, и тут самолет резко взмывает в воздух, прямо возле самой этой полосы, короче. И это было стрёмно, адски. Нам не давали посадку. Я уже не помню, что там конкретно было, но один из самых стрёмных полетов в моей жизни был. Казалось, что все пиздец. Кингарак, столица мира. Я учился в Кингараксе. Фотосессия будет перед концертом в Киеве? Насчет фотосессии перед концертами. Обычно фотосессии, вот, например, в Москве я знаю, что там есть VIP-пакеты, там что-то типа близость максимум, сильнее и еще какие-то. Вот это как бы 100% гарантия того, что вы получите фото, так что приколитесь. Сами понимаете, там со всеми людьми не получится сфоткаться. Есть везучие, есть просто когда есть много времени, то я обязательно выхожу пофоткаться. Но посмотрим, как там будет. Как мне новый альбом Эминема? Очень круто местами. Местами прям пушка. В Риге будет фотосессия? Ну, в принципе, только что ответил. Обязательно будет автограф-сессия. По фоткам, ну, может, что-то придумаем. Следите за официальными новостями в группах. Допустим, в Риге и в Киеве нет паблика ВКонтакте. То есть какие-то они полумертвые. Панч. Короче, вот что касается Фейсбука, то там они есть. И, соответственно, в Москве действующая группа — это «Контакт». Так что заходите туда смело. Чуваки, вы спрашиваете, там, Prime, Sifo, остальные. Просто спрашивайте их. То есть они, может, ответят что-то. Мне, в принципе, нечего сказать. В Минск поеду обязательно. Возможно, в этом году. Так что тоже следите за апдейтами. С Хаем отлично общаемся. Клёвый он парень. Передаю привет Насте. С Олегом ЛСП не общаемся. Но ЛСП клёвый. Кто на бэках? На бэках у Джонни Боя будет Джонни Бой.
Это будет новый уровень. Вы приколитесь. Я тоже вас рад видеть, ребят. Почему альбомы платные? Ну, много ума не надо, чтобы их бесплатно скачать. Торренты, пиратские сайты вам в помощь. Но вообще лучше просто поддерживайте исполнителей любимых. Покупайте себе подписки в Apple Music и переходите в новый дигитальный век музыки. Это клево. Ты топ, я ждал тебя 2 года. Круто. Купил твой альбом. Official Василенко пишет, что он купил мой альбом. Клево. Всем привет новоприбывшим. Сейчас начинается конкурс на самый оригинальный вопрос. Конкурс, значит, ждем первый вопрос. Это все не вопросы. Вопрос — это там, где в конце вопросительный знак. Ты тот же Боинг с названием Джонни? О, да. Джонни Мьюзик, кажется, я знаю этого чувака. А может, я не знаю. Знаком с творчеством группы Wild Ways? Частично знаком, да. Вроде клево делают. Смотрел ли я интервью с Фараоном? Частично посмотрел. Интересно. Интересно. Я 4 года хочу с тобой общаться. Как это сделать? Я не знаю, блин. Как вот... Многим людям удается, просто подходят, общаются. Так, наверное, как и в нормальной жизни со всеми людьми. Буду ли я еще месить тесто? Я же сказал. Если отвечать в контексте того вопроса, что ты задал, то пока что я хуй забил на батлы. Как тебе творчество Скриптонита? Скриптонит очень крутой. До первого шторма 100% реальная история. Кстати, она о разных людях. Многие думают, что это про какого-то одного человека. Нет, она о разных людях. Бэха у меня 5, совершенно верно. Отличное интервью, спасибо, приятно. Я передаю тебе привет, блядь, пожалуйста. Да почему? Я открыт фитам, конечно. Почему бы не фитовать? Другое дело, что пока каких-то прям вот клевых предложений мне не поступало. Будут ли новые треки до концертов? Ты скоро узнаешь, будут ли новые треки до концертов. Почему так мало эфиров? Ну, хотя бы сейчас уже начало положено, уже неплохо. Когда мы взлетаем, толкнуло меня написать этот трек просто жизнь. Отношения, жизнь, все вокруг, все как обычно. Твой самый любимый собственный трек. В какие бы года не спрашивали, не задавали бы мне этот вопрос, все время я готов был ответить, что тот, который еще не вышел. И вот сейчас отвечу так же. Флорт Вижену салют. Планирую ли я появиться на ТВ? Ну, если ТВ планирует, чтобы я там появился, то я жду предложения, а так пока вроде нет. Зачитай высшая особь. Я реально не помню текст. Не помню текст.
Можете накидать пару строчек, может, я вспомню. Денис, ты в Риге, я в Риге. Смотрю, трек «Чужеземец» сегодня любимый у зашедших сюда. Здорово, здорово. Панда Баттл. Панда Баттл, клево, что у нас в Риге такая площадка есть. Точнее, или была, или есть. И вообще, сам факт ее существования, это клево. Что с бизнесом? У тебя все хорошо? У меня все хорошо. Я не успел прочитать очень длинный вопрос. Старайтесь покороче, а то лента бежит, так сказать. А что за... Отправили запрос на участие в вашем прямом эфире? А, это типа... Я могу пообщаться с кем-то? Блин, а как... Так. Посмотреть. Так, сейчас я гляну. Блин, это сложно. Так. Кого бы выбрать? Давай мы включаем. Пробуем с кем-то сейчас пообщаться. Ожидание происходит. Ну, капается с нетбилдей. Капается с нетбилдей. Это Свенка Шинера за Ютаву Ялта ему. Пипец! Пипец! Здорово! Привет! Привет, как дела? Я тебе... 100 вопросов писал, и ты мне не отвечал. Ну, спрашивай. Сейчас уже не отмажусь. В Саратов давай приезжай. Я понял, я в пути в Саратов. Я на всех концертах была, вот еще хочу. Клево, обязательно приеду. Знаешь, я тебя лет с 10 слушаю, наверное. Супер, спасибо тебе огромное. Сейчас у нас будет прям по кругу. Мы будем стараться привлечь как можно больше людей, поэтому тебе хорошего вечера. Все, спасибо. Мы тебя увидели. Пока. Джонни, ты крут. Сейчас у нас... Да. Все ясно. Что ясно? Блин, 61 человек отправил запрос на прямой эфир. Сейчас мы ждем нового чувачка. Так, Пятигорский Жай. Здравствуйте, классно. Йоу-йоу. Алло. Здорово, чувак. Привет, Стрик. Как у тебя дела? Отлично. А у тебя как? Супер. Слушай, недавно смотрел твое интервью у Дудя. Если честно, это единственное интервью, от которого я ничего не перемотал. Я даже рекламу смотрел, понял. Клево. Мне было очень, очень приятно тебя слушать и видеть. Это было нереально круто. Ты красавчик. Спасибо огромное. Ну, красавчик в том плане, что ты смог реабилитироваться после... Все это, я понял, критики после всего того, что с тобой произошло, это нереально круто. Спасибо это, большое, мужик. Хорошего вечера. Ты своим примером очень вдохновляешь, правда. Спасибо, приятно. Реально да. Приятно. Да. Все. Так, ну давайте теперь пообщаемся с вами снова. Почему интервью так мало просмотров набрало? Ни хера себе. Если это мало, то сколько надо? Зачем он так сделал? Я уже потерял немножко нить. Йоу. Ребята, вы, кстати, видите всех, кто присоединяется? Я так понимаю, да? Сейчас рандомно выберем еще кого-нибудь. По картинкам ни хера не понять. Поэтому просто методом тыка.
сейчас какая-нибудь порнуха откроется. Охуеть, блядь! Здорово, чувак. Я сижу, охуеть. Я сижу, бля, говорю, ебать, а прикинь, меня сейчас Денис выберет. Он такой, да не, хуйня какая-то, такого по-любому не будет. И тут, бля, запрос принимаешь, ебать, я в натуре охуел. Охуеть, бля. Ты мне напомнил этого, Джонни Боя на интервью у Дудя. Своей реакции. Есть немного. Охуеть. Слушай, ну, бля, а... когда в Москве концерт? Вопрос, а, блядь, когда концерт в Москве? В смысле, когда? 26-го, ну, был... сейчас 25 ноября, Москва, Арбат Холл, будет нереальное мясо. Я пойду 100%. Все, я пойду 100%. Уже во всех соцсетях, короче, сам ебать. Хэштеги поставил, Джон Смок, так сказать. Красава. Красава. Сила, спасибо, вера, победа. Спасибо. Все, спасибо, братан, что принял запрос. Ебать, я охуел в натуре. Клево. Так, где машина? Как где? Здесь? Я в ней. Я не наебывал народ, чувак. Ты о чем, бро? Ты о чем, бро? Народ, я вас наебал чем-нибудь? Расскажите. Я постараюсь выходить почаще в прямые эфиры. Свейки, Джон. Свейки, свейки. Улинбаев. Your name doesn't sound like Latvian, you know what I'm saying? But свейки, свейки. Прими мой запрос, бро. Ладно, запросов много, давайте еще кого-нибудь. Очень много запросов. Кто-то не смог присоединиться к эфиру. Так, посмотреть. Пробуем нового человека. Прими. Слушай, ну, я знаю, что полумертвые не всем вкатили, далеко не всем. Многие ждали от меня. Ладно, скажу потом. Привет. Здорово! Привет! Как дела? Супер! У тебя как? У меня два вопроса. Я, правда, лохматая, но неважно, не суть. Когда нормальный тур по России? Нормальный тур по России в процессе. Слушай, у меня единственная проблема, почему-то из-за того, что у тебя закрытый аккаунт, всех остальных выкинуло, к сожалению. Поэтому я тебе просто говорю спасибо и желаю клевого дня. Спасибо, я приду обязательно на концерт. Спасибо, все, спасибо. Давай, да. Йоу. Понял. Так. Да, у нас тут... Так получилось, ребят, что если у вас закрытый аккаунт, то я по-любому не приму ваш запрос, потому что тогда все остальные теряют связь. Отвечу по полумертвым. Полумертвые вам следовало бы оценить с точки зрения просто звучания, потому что, что касается текстовой составляющей, то это как бы просто такой, скажем так, фристайл на тему, которая может мне даже вообще никак не близка, и со мной никак она не соприкасается. Вот. А тем, кто ждет реально что-то в стиле интро, ВВВ, какой-то охуенный бенгер, то можете даже не расслаблять булки, скоро все это придет, скоро все это залетит просто к вам в уши. Йоу. Так. Я сейчас открываю следующего кого-нибудь. Тут нет замочков вообще. Так, я надеюсь, что только люди с открытыми аккаунтами сейчас нас смотрят. Мой запрос, давай, у меня открытый аккаунт. Я понял. Я тебя обязательно найду в следующем. Так, когда в Оренбург... Здорово, привет! Вас почему-то не слышно? Ты не слышишь? Теперь я слышу вас. О, мы тоже. Как у тебя дела? Смотри, это твоя фанатка. Да я с 8 класса. Вот этот вот весь университет на хуйню. Я в 8 классе. 1 класса за Джонни. Да, я понял. Катя, вам 7 лет. Мы просто общались.
Какой-то вопрос у вас может. Я просто в шоке. Что? Боже, она покраснела. Что ты делаешь с ребенком? Посмотри на нее. Я понял. Понимаешь? Давайте, чтобы никто больше... Да. Она просто очень об этом мечтала, и я зашла в твой эфир, чтобы подключиться. И когда ты принял запрос, она такая, что, что? Клево, девчонки, супер. Да. Вам офигенного вечера. Приезжай в Одессу, мы придем на концерт. Приезжайте в Киев с Одессы. Нет, в смысле, в Киев вообще без проблем. Охуенный клип, приехать с Одессы в Киев. Вот. Это вообще без проблем. Ребят, идем дальше, вам спасибо. Да, давай, пока. Бросил ли я пить? Да, давно уже, в принципе. Так, по праздникам могу чуть-чуть, но в целом нет. Одесса, ебой. Так. Йоу-йоу, ждем следующего пацана. Курю ли я? Как вы думаете? Как вы думаете, я курю или нет? Здорово, бро! Здорово, бро! Я, ты там через пейджер... Ты там через пейджер, судя по всему, подключился. Ну, немножко есть такое, да. Сейчас 3G включу. 3G? Давай. Что-то... Чи, да? Чи или не чи? Вот в чем вопрос. Я вырубил его. Так. Какой у тебя телефон? Хороший. Современный. Так, очень много запросов. Сейчас так нежданчиком кого-то из самого конца выберем. Мы с девушкой приедем к тебе на концерт. Клево. В Брянске что-то наклевывается. Но это не точно. Что-то у нас некоторые люди, кто отправляет запросы, как-то морально не готовы, судя по всему, к этому делу. Привет из МО. Московской области? Или что это? Алло, здорово. Слушай, ты как мое отражение. Мое пиксельное отражение. Привет. Я просто в пустыне, тут немного темно, шаришь. Да, ой, какой у тебя приятный акцент. Это Киев Стоунер с нами на связи. Здорово, бро. Привет со Львова. Очень клево. Очень клево, что привет со Львова. Я, конечно, близко к Киеву, я постараюсь приехать, но все равно. Так что... Давай, мы держим за тебя кулаки, ты должен там быть. По-любому, слышишь? Будет круто, я обещаю. Да. Так что давай там новые треки, короче, типа ждем по-любому. Все, договорились. Чтобы ты пробовал. Да, договорились, бро. Все, да, давай. Клево. Так, ну, я также допускаю, что есть много людей, которые стесняются выходить в подобные прямые эфиры на такую большую аудиторию. Поэтому вы пишите, продолжайте писать. Кстати, есть кто с Риги вообще у нас тут? Рижане. Ну, даже если сейчас рижан нету, они обязательно посмотрят в повторе. Поэтому я просто вам скажу, что на самом деле мое первое выступление уже пройдет в эту субботу. Оно пройдет в самом большом, скажем так, помещении для концертов у нас в Риге, Арена Рига. И я там обязательно выступлю, разогрею народ перед ожесточенными боями между латвийскими и зарубежными бойцами.
Так что приходите, я постараюсь выложиться на максимум. Там будет всего три песни, но они очень горячие. Так что залетайте. Когда в Питер, чувак? Я тебе могу сказать так. Питер, 22 декабря, 100%. Скоро обязательно объявим, все создадим, но ты уже знаешь. Есть из Риги. Клево, чувак, только ты опоздал немножко. Значит, да-да-да. Так, я принимаю новый запрос. Виктория фон Уин. Джон Смок. Клево. Отклонила приглашение. Это было жестоко. Сейчас у нас Илья Сачивка добавляется. Он тебя взял? Привет. Здорово, Илюх. Как оно? Так четко, а ты как? Я тоже четко. Здорово. Ну ладно, он ответил. Погоди, сейчас, подожди, не слышно. Офигеть, офигеть. Сейчас. Да все нормально. Все нормально? Все супер? Да, нормально. Погоди еще. Привет из Минска. Чувак, ты просто умный. Йоу, Минск мы любим. Ну, концерт же будет в Минске, да? Конечно, будет. Ну так мы ждем, пойдем все вместе. Супер, я буду вас ждать, пацаны. Спасибо огромное. Давай. Давай. Спасибо. Давай, удачи. Слушайте, а интересная тема такая. Чат-рулет 2.0 такой. Я из Риги, выбирай. Бро, ну я тебя так не найду, там большой список. Сложно, я так на шару тыкаю. Офигеть. Здорово. Привет, брата. Ты чё, как дела у тебя? Ты в ванной? А? Нет, я у бабушки ремонт делаю. Это круто. Красава. Бабушка должна быть счастлива. Да, блин, я думал, ты не примешь запрос, друзья. У меня друг охренеет. Клево. Мы смотрели твое интервью, понял, с ним вместе, короче, когда оно только вышло. Вот. Тупо сидели, наверное, час вообще, ну, то есть ничего не... Знаешь, что вечно сидим, что-то обсуждаем параллельно, понял? Да. А то сидели так тупо, встали, вообще молчали. Ну, очень спасибо. Круто, братан, очень, очень ждали тебя, капец. Клево, слушай, вот. Приятно. Респект. Вот, и, кстати, и тебе тоже, вот, из-за, кстати, трека, понял, ВВВ, вот. Это меня натолкнуло на то, чтобы бросить курить. Правда, вейп сейчас парит. Ну, что такое? Ну, тогда ты не бросил, бро. Но... Да нет. Спасибо тебе большое. Спасибо. Все, ждем в Украине тебя. Все, скоро буду. 4 ноября, Киев, клуб Атлас. Йоу. Все, йоу, респект. Спасибо. Я завел свою машину, бейп. Выкинь нахуй свой паршивый вейп. Гоу тур по Елгаве. Тур по Елгаве. Слушай, это звучит как хороший бизнес-план. Так. У нас чудеса со светом происходят. Магия. Я передаю привет в Казахстан. Туда тоже мы обязательно доберемся. Выбираю нового человека. Шаг босс. Yeah. Врум-врум-врум. Кажется, мы выключаемся. Привет, Джонни. Настоящий солдат. Скажи, ты солдат русского рэпа? Джонни! Когда выйдет новый альбом? Да, ну... Я твой ярый фанат. Спасибо.
Спасибо. Это круто. Слушаю тебя с 2010 года. Я тебе искренне пожелаю, чтобы ты был ярым фанатом подключения нового интернетного. Не пошло, но ничего страшного. Где твоя бэха, спрашивают меня. Как где? Вот она. Она здесь, она в здании. Сижу в ней. Так. В ВВВ есть смысл, но он скрыт. Клип со смыслом конкретным. Я знаю, что вряд ли прочитаешь. Беларусь, мы тебя ждем в город Витебск, но можно в Минск. Ты все верно говоришь, бро. Так, ну что, мы ищем кого-то еще? Так. Голосом Меску. Крутой эфир, спасибо. Ёбаный в рот. Ёбаный в рот, здорово. Это в натуре ты. Ебать, я в хуе, ёбаный в рот. Ты, блядь, не видишь меня. Это пиздец, ахуе. Это жесть, я... бро, я тоже в ахуе. Как у тебя дела? Рассказывай, где ты? Бля, у меня охуенно, я, короче, в Омске, блядь. В Омске. Ёбаный в рот. В Омске, ну, бля, ну молодец, ёпта. Круто. Я, блядь, ждал, я, блядь, сука, час ёбаный ждал. Охуеть. Ну, красава, тебя ждал. Блядь, я в ахуе просто. Чё, какие планы на жизнь? Какие планы на жизнь? Блядь, я сейчас скрины делаю. Кого делаешь? Да, блядь, ещё не думал. Не думал ещё, ну ничего страшного. Не думал. Будет концерт в Омске? В Омске? Концерт в Омске. Ну, возможно, когда-нибудь и будет, да. Может быть, даже скоро. Посмотрим. Сегодня у нас вопросы про концерты актуальны. В общем, бро, держись. Ты крутой. Давай. Спасибо. Ты охуенный. Ёбаный рот. Все, давай. Так, так, так. Почему только парней выбираешь трансу? Слушай, там такие ники, что даже непонятно, кто там. Я просто на шару нажимал. Но, учитывая твою предъяву, я сейчас выберу женщину. Кто у нас самая взрослая женщина по картинке? Интересно, смотрят ли нас сегодня бабушки? София Ю сейчас будет в прямом эфире с нами. Выбери меня, плиз. Итак, мы подключаемся. Привет! Боже мой! Не говори, реально. Твою мать! Привет! Привет! Как оно? Супер! Привет из Англии, кстати. Из Англии? В каком городе трудишься? Брайтон. 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 Брайтон Бич. Это тот самый? Нет, Брайтон Бич в Америке. А, ну ладно. Ничего страшного. Урок географии у нас сегодня происходит. Слушай, ну и чего делаешь там? Учишься или работаешь? Учусь. Учишься? На кого? Ну, пока я еще в 11 классе, пока ни на кого. Пока так, в общем. Я понял. Ну, ничего, удачи тебе во всем. Пусть жизнь будет малиной, так сказать. Да. Все. Бля, очень жалко, не могу попасть на твой концерт в Киеве. Я из Украины. Да, ну ничего, может попозже. Может в Англию приедем. Не уверен насчет Брайтона, но в Лондон точно залетим. Давай, в Лондон приеду обязательно. Супер, клево. Спасибо тебе большое. Удачи, счастливо. Держись там, давай. Давай. Так. Я купил огнетушитель на твой следующий концерт, Киев. Круто.
Кстати, одна из моих любимых строчек, хуй знает почему. Так, когда концерт в Киеве? Я уверен, что ты знаешь. Но я напомню, 4 ноября. Сколько людей ты сегодня осчастливил? Клево. В Англию обратно не тянет, нет. Можно нас? Так. Выбираем следующих. Любимая песня из последнего альбома твоего? Сложно сказать. Интро, 9 миллиардов. Русский рижанин. ВВВ, конечно же. Открой, пожалуйста, кофейный бизнес. Бля. Это пока что топ-комментарий. За Хабу или Конора? Слушай, я за настоящее мясо. Чтобы была кровь. Кровь, слезы и пот. Так. Что-то у нас... люди, вы странные. Многие очень подписываются, но я вот уже которого человека выбираю и отключаются по какой-то причине. Отклоняют запрос. Видать, не готовы были. Так, ну вот этот бро точно не скинет. Давай, не огорчай. Так. Прикрепи мое сообщение. Тут можно прикреплять сообщение? Здорово! Йоу! Как оно? Как дела? У меня нормально все. Ты меня слышишь? Алло. Я тебя слышу, ты пропал на секунду, но сейчас я тебя слышу. Запись. Че, как дела, как жизнь? Охуенно. Житуха просто кайфовая. Жизнь сказка. Жду в Киеве, кстати. Что, в Киеве? Жду тебя в Киеве, кстати. Ждешь в Киеве? На концерт идешь? Да, конечно. Слушай, у нас сегодня так много киевлян и вообще украинцев и белорусов. Это круто. Ну да. We are going international, bro. Да? Да, да, есть такое. У меня почти все друзья тебя слышат. Клево. Супер. Мне приятно. Давай, хорошего вечера тебе. Что будешь делать так... потом? Какие планы? Что я не слышу? Какие планы у тебя сегодня на вечер? А, футбол буду смотреть. Футбол кто играет? Барселона-Тоттенхэм. Барселона-Тоттенхэм. Ну, все наши. Ставки просто сделал, да. Зарядил, да? Но я желаю, да. Смотри. И я буду за тебя болеть. Держу кулаки. Все. Спасибо. Все. Все, удачи. Все. Все самое лучшее. До встречи. Так, что у нас там дальше? Русский рыжанин. Это, видимо, у нас белорусский рыжанин написал. Так, кто у нас? Смотрим дальше. Я так понимаю, сверху это вообще какая-то неактуалочка. Либо... Так. Сверху это новое. Не, новое. Так. Добавляем следующего человека. Что думаешь о Обле? Обладает крутой. У него есть стиль. Привет! К сожалению, тебя не слышно. Теперь тебя слышно. Привет. Слышно. Привет, как дела? Привет, как дела? Хорошо, у тебя как дела? Супер. Супер. А когда Белгород концерт? Эстонец. Белгород концерт? Белгород концерт. Белгород концерт. Расскажи нам, что у тебя такая... Что у тебя дала? Ой, а можешь... Что? Я всегда слышу. Я всегда слышу просто. Как дела? Слушай, прям все клево. Эхо такое смешное. Я тебя не слышу. Ладно, никто страшно. Салют Белгород. Все, круто. Давай. Супер. Русский елговнянин. Бля, чуваки, вы жжете. Так.
Так, сегодня, короче, у нас весело. Кого мы открываем следующего? Мы открываем вот этого, бро. Блять, не открывается. Лучшее для фанов. Привитос, салютос. Привет с Украины. Здорово. Привет. Здорово. Where are you from? Откуда ты дома? I'm from in Гомель, Минск, Беларусь. Йоу! Мы снова там. Мы снова... Yeah. Да, 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 клево. Ну чё, как дела? У меня? Да ничего, я... Я сам немножко рэпер, вон, смотри. Ну давай, зачитай для нас. Да, что для тебя зачитать, я не знаю. Вообще, какой-нибудь рэпчик. Мы все ждем, бро, на тебя все смотрят. Сколько на меня смотрит там? 40 миллионов. Как на Ольгу Бузову. Нормально. Давай какой-нибудь битос найдем. Бро, давай акапелла. Давай чисто. Давай, я тебя настучу. Нет, я не фристайлю. Подожди. Ты не фристайлишь. Да. Бро, ты должен быть готов. Хорошо, давай, сейчас начинаем. Сейчас начинаем. Yeah. Я здесь за идею, и так уже который год. Я бегу по бетам, но не вижу солнца. А, бля, не могу запомнить. Растерялся, не готов вообще. Это было очень круто. Мне... Я реально вижу потенциал, бро. Мне кажется, ты взорвешь. Ты разъебешь рэп-игру. Да, конечно. Мне брат говорит, чтобы я с тобой фит писал. Yeah. Брат говорит толковые вещи. Я думаю, тебе надо слушать, брат. Так что работай под этим. Все будет круто. Это понятно. Все, давай. Салют, давай. Да, пока. Да, да, клево. Так. Мы двигаемся дальше. За пару дней до выхода нового альбома начал слушать все старые треки. Так хотелось, что ты вернулся, и тут через пару дней выходит альбом. Я была безумно рада. Спасибо тебе за все. Спасибо и вам за все. Клево. Сегодня у нас все позитивные. Так, мы идем дальше. О, вот как. Не удается присоединиться. Так. Добавляю следующего человека. У многих проблемы с соединением. Привет. Привет. Ты откуда? Да ладно, блин, так ждала долго. Клево. Ты из какой страны? Рассказывай. Из России. Из России. Какой город? То, что рядом с Самарой, Бузулук. Ой, ой, как экзотично и далеко. Клёво. Ну, рассказывай. Есть какой-то вопрос, может? В Самару приедешь? В Оренбург, может быть? Обязательно. Это же самые топовые города. Был там не раз. Было круто. Вот. Ну, все. Да, ну супер, вот и пообщались, как говорится. Все, спасибо тебе большое, круто. Давай, все, пока. Надеюсь, концерт в Москве будет бомбой. Приеду с Челябинска рвать танцпол. Охуенно просто. Респект просто вот людям, которые едут издалека на концерты. Я это дико ценю. Вам отдельный респект еще. И как обычно, если вы говорите, там, если до меня доходят вести о том, что кто-то издалека, и этот человек не пиздобол, то мы обязательно фоткаемся, базарим, и это клево, что вы летите издалека. Так, что у нас еще там по вопросам? Как, вы еще живы вообще? Может, надоело уже? Может, уже сливаться пора? Давай, Питер. Угу. Хочу общаться, пишет нам. Так, ну я сейчас попробую найти Your Dizzy. Раз человек хочет общаться, мы не можем... Так. Ему не разрешить. Так, блядь, нашел. Вот.
мы добавляем. Расскажи историю написания трека «Полумертвый». Я уже ее рассказывал чуть раньше. Привет! Ты хотел общаться? К сожалению, мы тебя не слышим. Очень плохая связь. Блин. Нам очень жаль. Да, у меня такое же лицо сейчас. В любом случае, клево. Это какое-то немое кино. Так, ладно, салют. Аривидерчи, в смысле. Она хотела, а ее оператор нет. Найди меня, пишет Линка. Так, я пробую, я работаю над этим. Все бегает, все прыгает. Еще одно желание исполняем. Да ну серьезно. Привет. Привет. Привет, я с Ташкента. Клево. Я из Риги. Обалдеть просто. Меня Денис зовут. Как тебя? Меня Элина. Я у себя на бэках. Я просто давай я рандом, в шоке. Давай рандом, так прикольно. Вообще не ожидала, спасибо. Спасибо, но вы тебя увидели. Спасибо, но вы тебя увидели, это главное. Ты должен был приехать в Ташкент когда-то давно, и так и не приехал. Я обязательно приеду, будь в этом уверен. Все, мы тебя ждем обязательно. Да. Спасибо. Спасибо большое. Блин, меня ж... Так, давай побатлим. Бро. Так. Окей. Мы добавляем следующего. Господи, Джон, как я хочу в эфир. Ждем. Йоу. Здорово. Здорово. Ты говоришь как робот. Заебись. Хуже с начала эфира точно не стали, так что все в порядке. Ты задумчивый, бро, я смотрю. Че, когда, че? Эй, йоу! В Казани Казань с концертом, давай, когда? Обязательно. Все. Очень круто было.